Всем привет, с вами Михаил Рудеев и канал Бостон Техник. Сегодня на обзоре сеялка зерновая Быстрица 2014 года выпуска. Полностью в исправном состоянии. Никаких капиталовложений на данный момент не требует. И сразу, друзья, скажу, у нас их 2 единицы на продаже. Поэтому есть выбор. Можно выбрать. Давайте проведем беглый осмотр визуальный. Такое состояние осевных дисков. Сама сеялка захватом 6 метров. Здесь также есть крылья, они откидываются. Бункер. Еще раз повторюсь, друзья, сеялка полностью в рабочем состоянии. Такая резина. В отличном состоянии. Дышно. Карданный привод. Крестовина. Все соединения. Гидроразъем. Гидравлика вся в отличном состоянии. Единственное, вот, наверное, после хранения патрубки нужно будет менять. Ну, это как расходный материал. Кажется, каждый год они меняются. По раме вроде тоже нет никаких замечаний, не вижу никаких. А вот сварка, подваривали. Ну, вот такое состояние всех узлов. Резина, колесо с другой стороны. Друзья, напомню, нашу технику можно приобрести как в лизинг, так и кредит, за наличный расчет и без НАУ. Рассматриваем варианты обмена. Так что, друзья, всех, кто заинтересовался, звоните, пишите. Будем договариваться с вами о встрече на осмотр данной сеялки. Еще раз повторюсь, есть вторая, так что есть на данный момент выбор. По техническим характеристикам можете ознакомиться более детально в объявлении. Там всю информацию предоставлю. Друзья, всем спасибо за просмотр. Пока-пока.